Вид. Что такое? Вид. Пугаешь меня. Я же сказал, как кувалда тебя пришиблю. Будешь знать. Пришибательный буду. Да. Хрена себе звук. Твою мать. Шта... А, Шатаныч, полутай что-нибудь. Ты охренеешь. На улице бегать, походу. Да-то два бота на улице бегало. Станч, поутай что-нибудь. Ящик какой-нибудь. Это до бога. Я патроны сейчас заряжаю в магазин. Там тоже такое же, да? Говно. Я как будто прямо в ухо себе патроны заряжаю. Звук, когда ты что-то находишь. Вот, капец. Нахрена. Ну-ка, погоди. Дай какой-нибудь ящик полутать. Я думал, я глухо. Я утала, короче, этот как его. Ну, где флешки рисуются. А, не когда утаешь, а хотя когда утаешь тоже. Когда находишь какой-то предмет, вот да, такой вот жопу рисуешь. Куда? Нет, 10, это еще 10 стоит звуки интерфейс. Если 100 их поставить. Что там, блядь? Все в порядке у вас. Блин, а на 100 это все? Минус уши или как? Это такие просто они целый месяц играли без звука самолета. О, блядь. Знаете, угу. Вы даже слышали, что о чем пилоты говорят в нем. Аня, мне кажется, ли у тебя в М-ке нет магазина? Тебе не кажется. По-моему. Это лишняя деталь. Блин, зря я сказал. Да не, она у меня была в этом, как его... Скроне. У меня чуть водичка обратно не полилась сейчас, блин. В разгрузке. Ты магазин патроны закинул, просто полосы. Нет, все, я обиделся. Ну и ладно. Ты уходи. Как бы это... Уходи, ты сказала? Я пошутила. Нет, это бинго. Не надо. Это скучу. Бинго. Это бинго. На конце как бы мягкий знак должен быть. Так, уходи. Так. Спускаюсь по этажам. На первом. Нет, такое чувство, как будто вот против FPS у меня сейчас 70, вот и уменьше. Вот орёт на кого-то. Да, на меня, я вышел во двор, никого не увидел, но все меня увидели. Хуело ты, блядь, а ты хуело ты, конец тебе, блядь! Чего, блядь? Ты в балетке? Нет, вот на углу сижу перед тобой. Понял. Ты дверь закрыл? Да. А ты где сам? Зашел же, прям мимо тебя прошел. Вот, наверху я перед тобой. Чего, блядь? Вот я стою. А, да? А, закрой еще раз дверь. А ты меня видишь, да, значит? Ну да. Здорово. Ты меня сейчас видел? Да нет у тебя. Ты ушел выше по этажам куда-то? Нет, перед тобой на первом. Кто-то ходит, по-моему, наверху, что ли. Либо на улице. В чемоданчике лежит ГПХ, и она не берется. Потому что я ее взял. Ты ее взял? Теперь она там у меня лежит, но она не берется. Что-то сегодня Старка аж спать охота. А, да? У тебя нормально? Грузится там все дела? Ожидание игроков? Никогда такого не было. Нет, такого, кстати, реально не было пока что еще в этом году.
Ну вот, вот когда они починили вчера и сегодня, вот опять началось. Ты на первом? Да, я сам в арке тоже. Ой, ёпта, как FPS просел после грена. На почте. В складах. Бил? Я в подъезде. Сорвалась грена, минус FPS. Блять, какой же хороший патч-то, ё-моё. Это что было? Меня убили. Блять, по-моему, опять невидимый чел, вид. Бля, я серьезно? Увидел. Видел его? Бил. Что мне ногу тогда ранило без звука? Причем Вита по звукам как будто Скар убил. А, с Вита ничего не берется, смотри. А, броник главное берется. Да, Вита реально убил Скар невидимый, потому что он залутал Вита и ушел. Как помните, с жетончиком, который Вит подобрал, когда Вит был невидимый. То же самое сейчас здесь с Витом. То есть броню он не взял, а вот ган он с Вита забрал. И тут реально где-то должен быть Скар. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом. Там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.